Добро пожаловать на наш сайт! Сегодня приготовим классическое имбирное печенье на Новый год. Для этого нам потребуются следующие ингредиенты. В кастрюле соединяем воду, мед и сахар. Ставим на маленький огонь и, помешивая, нагреваем до растворения компонентов. Желтки аккуратно отделяем от белков и выкладываем в удобную миску. Туда же перекладываем мягкое сливочное масло. Перетираем ингредиенты венчиком до однородности. Тонкой струйкой вливаем остывший сироп к желткам и маслу, одновременно мешая будущее тесто. Просеиваем 250 граммов муки, соду, корицу и имбирь. Начинаем замешивать тесто венчиком. Затем при необходимости досыпаем еще немного муки и продолжаем ручной замес. Тесто получится мягкое, эластичное, не липнущее к рукам. Формируем из него шар, накрываем пищевой пленкой и оставляем отдыхать в холодильнике на 30 минут. После чего раскатываем тесто в тонкий пласт толщиной в 3 мм. Вырезаем из теста печенье специальными формочками, либо обычным стаканом. Перекладываем изделие на противень с фольгой или пекарской бумагой и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 7-12 минут. Печенье подрастут и зарумянится. Из оставшихся белков можно приготовить глазурь для пряников. Достаточно взять один белок и 60 граммов сахара для украшения изделий. Белок перекладываем в миску и начинаем взбивать на низкой скорости миксера до образования пузырьков и увеличения массы в объеме. После чего всыпаем сахар и взбиваем до образования жестких пиков. В целом процесс займет около 10 минут. Остывшее печенье украшаем белковой глазурью и даем ей подсохнуть. После чего можно подавать печенье к праздничному столу. Рецепт с пошаговыми фото вы можете посмотреть на нашем сайте, ссылка которого указана в описании к видео. Приятного аппетита!